Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о бренде DeMarco. DeMarco – это бренд итальянского происхождения, который занимается производством гитар на любой вкус, цвет и кошелек. Они производят классические гитары, акустические гитары, электрогитары и даже бас-гитары. Это гитары отличного качества, которые сделаны с любовью и самое главное, что они сделаны музыкантами для музыкантов. Поэтому в их производстве учтены все моменты удобства, которые важны при игре на гитаре. Они используют очень качественные материалы, и у них отличная широкая линейка по моделям, поэтому ты точно найдешь гитару на свой вкус. В моих руках акустическая гитара DeMarco TA-402C. Корпус этой гитары выполнен в форме оркестра. Она более маленькая, чем стандартный всем привычный дредноут. За счет этого она немножко потише звучит, но в то же время ярче слышны высокие частоты, и с ней физически удобнее сидеть. Если вы, например, ищете для себя гитару, с которой вы долго планируете заниматься, то с этой гитарой у вас элементарно меньше будет уставать спина. Корпус этой гитары полностью сделан из липы. И верхняя дека, и нижняя, и обечайки. Гриф из махагони, накладка на гриф из палисандра. Также не могу не отметить интересную расцветку. Это Tobacco Burst. Выглядит очень стильно. Давайте послушаем, как эта гитара звучит. Шикарный, мощный, яркий звук, особенно для такого небольшого корпуса. Повторюсь, это отличный вариант, если ты ищешь для себя первую гитару и планируешь долгое время заниматься в течение дня. С этой гитарой ты будешь просто меньше уставать. Выбирайте гитары правильно. Всем пока!